Экскаватор догрызает старый путепровод. Остался всего один пролет. Вот он поставил гидромолот на свое советского образца, который тоже использует в основании нового путепровода. Кстати говоря, здесь видно, вот они вышли на поверхность, старые буронабивные сваи. Видно, что технология чуть-чуть отличалась в то время. На набивных сваях стоят сборные колонны. Если сейчас они полностью монолитные, сборная часть — это только пролетные балки, то в то время делали по-другому. Еще и у свая нету общего ростверка, как сейчас. Такой вот старичок демонтирует опоры освещения. Кран на базе Урал 4320. Ну и здесь вкратце, в принципе, все по накатанной. Монолитит конструкции нового моста. Здесь вот что-то залили, накрыли материалом. Но на самой развязке видимых каких-то изменений особых нет. Вот здесь видно, это спуск с будущего путепровода на развязке, который построят. А это вот вырисовывается тоже дорога-съезд. Ну и в основном сейчас работы по замене коммуникации, прокладке коммуникации. Прокладывают трубы, также под дорогой, применяя установку горизонтального бурения. Трубы различные, как вот такого большого диаметра, так и вот такие тонкие. Ведут работы вот узлы, колодцы, видно машину газовой службы. Газовые трубы, видимо, тоже перекладывают. Насос перекачивающий какой-то. Под дорогой ведут вот эти трубы. Вот видно установку горизонтального бурения. Много работ для лесовозов. Вот они снуют туда-сюда постоянно. Так как из зоны стройплощадки было убрано достаточно много деревьев, сосен, появилось много бревен. Вот они занимаются вывозом этих бревен. Вот такие штабеля. Ну, в принципе, вкратце на этом все.